Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Meizu M8 заблокировать контакты. Заходим в контакты, далее выбираем контакт, который хотим заблокировать, и нажимаем в черный список. Можем удалить записи вызовов, либо же этого не делать, и нажимаем ОК. После чего телефон добавлен в черный список. Видите, визуально это в принципе никак не отображается. А чтобы его удалить из черного списка, нажимаем «Удалить из черного списка» и подтверждаем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!